Курочка Ряба. Жили-были дед и баба. Где хуй знает? Знаю лишь, что старик был пидорасом и на том скопил барыш. Баба же гнала бодягу и травила полсела. Так еблась и жрала брагу развеселая семья. И жила у них в подвале, крыс пугая по ночам, курочка по кличке Ряба, цвета желтая моча. Там жила она лет 8, яйца сучка не клала, и решили дед и баба, нахуй нам она нужна. И вот как-то с похмелюги дед топор свой ржавый взял, поточил его немного и полез, кряхтя, в подвал. Ёпс, залез. «Эй, цыпа, цыпа, подойди ко мне, мой друг!» А топор не выпускает из своих костлявых рук. Только кура там, прожившая 8 лет без мужика, разбежалась и с наскоку вдруг пиздык на старика. «Что такое?» Дед с испугу выпустил топор из рук. «Кура нахую повисла!» Сразу же прошел испуг. Деду тут же не стерпелось. Дряблый хуй чуть-чуть привстал. Так ебаться захотелось, что жену в пизду послал. Ухватил дед крепко Рябу за пушистый хохолок, уложил с собой рядом и воткнул ей между ног. Притащился вновь к старухе. Лег на дряхлую кровать, закатил глаза, паскуда, и давай спокойно спать. Ночь прошла. За нею утро, осень в скорости прошла. Вдруг негаданно-нежданно Ряба сына родила. Был сынок похож на деда, откуренная пизда. Хуй такой же под 2 метра, борода как у козла. Вместо рта пиздюля с клювом, вместо ног окорочка. Вот такое вышло чудо у папаши-старичка. Бабка это увидала, заорала: «Сука! Блядь!» И такой пизды въебало, что пером не описать. Деду дали 6 с полтиной. Бабку увезли в дурдом. Курочку сварили в супе, сына ёбнули колом. Здесь одна мораль, ребята, и один на всех мотив. Коль ебешься с кем попало, покупай презерватив.